Золото есть. Золото? Господа, какое золото? Отец говорил, у вас всегда найдется на черный день. Да ведь именно ваш батюшка пожелал сдать советской власти наши золотые прииски. У меня ничего нет. Господа, я еду к дочери. Господа, я умоляю вас, дочь на сносях. Аня, вы же дружили с моей Лизой. Я буду молчать. Не волнуйтесь, мы вам ничего не сделаем. Лизе от меня привет передадите. Эй, кто потерял? Давай сюда. А ты кто такой? Сейчас узнаешь. Да? Дриновая борщ, мать твою ракалью! Спасибо. Если бы не вы. Ничего, ничего. Давай, помогу. Ага. А где эта баба? Сбежала. А? Ну, черт с ней. Вот. Это не мое. А чье? Не знаю. А? Ого. Да, вот еще. Сколько здесь? Сразу трудно оценить. Ну, приблизительно. Годичная зарплата всего Дальневосточного края. Сколько? Годичная зарплата всего Дальневосточного края. От имени трудящихся Дальнего Востока и управления УГПУ объявляю вам благодарность. Служу трудовому народу. Вы здешний? Да, тутошний. Хотите у нас работать? Нам нужны такие люди, как вы. Понимаете, семья у меня. Сын 7 лет, а я его еще ни разу не видел. Так может быть, потом, когда повидаетесь с семьей? Да нет, пахать сейчас надо. Вот руки земли просят. О. Так что до свидания. До свидания.